Всем здорова, всем доброго дня. С вами братишка Игрок Кайф, и я рассказываю об играх. Сегодня у нас подборка просто офигительных онлайн-игр для Android и iPhone. Поэтому очищайте память и подготавливайте местечко, ведь я подобрал просто невероятно крутые игры. А именно поэтому, если ты еще не подписан, то надо бы это исправить, ведь у меня ты всегда найдешь во что поиграть. Кстати, после просмотра видеоролика обязательно напишите в комментариях, какую игру вы для себя подобрали. Это мне нужно, дабы знать, каких игр надо больше подбирать, чтобы вам они больше нравились. Ну а теперь хватит болтать, всем приятного просмотра, погнали к играм. Apex Legends Battle Royale. В этой игре мы примем участие в увлекательной и классной королевской битве, которую я играл еще на компе. Сама битва будет проходить на обширной территории, и здесь мы познакомимся с легендарными персонажами. По ходу игры мы также сможем открывать для себя новых персов, использовать свои способности и умения с умом, чтобы совершать стратегические вызовы на ленту и решать многочисленные задачи, которые возникают по ходу матча. Мир здесь просто нереально огромный, для мобилок это просто шедевр. Лично я могу поиграть в эту игру только на компьютере, ведь мой шедевральный телефон Xiaomi Redmi 9A даже в Play Market не показывает мне Apex. Видимо, телефон настолько говно, что не тянет. Однако у моих друзей с более мощными телефонами игра есть в Play Market, поэтому попробовать можно. Horror Brawl. Это динамичный и прикольный игровой проект, который выполнен в жанре экшена с элементами хоррора. Здесь у нас есть классическая механика королевской битвы, которая приправлена антуражем хоррор-игр, где нам предстоит противостоять другим персонажам и принимать участие в культовых сценариях. Сражаться нужно за то, чтобы не только выжить, но и первым выбраться из портала. Также нашей целью будет уничтожение всех конкурентов, а для этого важно снарядить нашего героя чем-то крутым, дабы никто не смог нас убить. В общем, если у вас не тянет Apex Legends и у вас телефон такое же говно, как у меня, то можно попробовать эту игру. Но если вам не нравится стилистика и графика предыдущей игры, то можно также сыграть в Sunken Sentry. Это тоже экшончик в режиме Battle Royale, где нас ожидают крутые сражения, которые могут проходить как на суше, так и на морских просторах. Все действия в игре происходят в параллельной якобы вселенной, где вы сможете свободно исследовать весь огромный игровой мир, верхом как на лошади, или же даже плавая на корабле, чтобы наблюдать за прекрасными пейзажами и сражаться с противниками, коих здесь будет немало. Далее игра Star Wars Hunter, где нас ждет неповторимый мир Звездных Войн. Вы ведь любите Звездные Войны? Если да, то здесь вы сможете погрузиться в его реалии с головой и также принять участие в иммерсивных сражениях. Сможем выполнить разнообразные миссии и сможем встретиться с культовыми персонажами. Действия же игры будут разворачиваться между 6-м и 7-м эпизодом. Ну а нам будет доступен широкий выбор героев. У каждого из них будут свои характеристики, которые можно будет улучшать. Ну а локации, кстати, здесь довольно колоритные, мне они понравились. Хоррор-экшен Мимикрия Онлайн. Игра сделана в стиле королевской битвы, но с атмосферой классической хоррор-игры. Здесь у нас будут напряженные противостояния, где мы можем играть вместе с командами до 9 человек или даже с друзьями. Собственно, из этих 9 людей один будет заражен инопланетным вирусом, благодаря чему сможет перевоплощаться как в облик монстра, так и в персонажа, причем абсолютно любого участвующего игрока, с которым до этого он мог расправиться. Таким образом, мы, играя за монстра, можем принимать различные облики, чтобы уничтожать всех игроков. Ну а играя за игрока, нам нужно найти этого самого монстра и замочить. Мобильная Rocket League довольно прикольная и динамичная. Здесь нам предстоит взять под свой контроль транспортное средство и на нем играть в футбол, взлетать на воздух, обходить оппонентов и забивать мяч в ворота. Из игровых режимов присутствует 1 на 1 и 2 против 2. Продемонстрировать свое мастерство в этой игре довольно тяжко, в особенности когда я играл на компе, это просто было жесть. На телефоне же играть чуть легче. Самое основное, что здесь вам надо, это реакция и умение быстро и грамотно принимать решения. Если у вас все это есть, то у вас будет куча положительных эмоций, и вы будете часто побеждать. Крутой экшен-шутер 5x5 под названием Alpha Ace. Это шутанчик от первого лица с ультрадинамичным и зрелищным сражением, где мы примем участие в противостоянии, в котором нам потребуется все мастерство. Имеются различные режимы. Это взрывной бой, PvP — это такой классический режим подрывник, командный бой, охота за очками и даже аркада титанов. Даже не атака титанов, а аркада — это такой режим. Я офигел с него. Если вы любите шутеры или игры, которые похожи на Counter-Strike, то рекомендую попробовать. Hyperfront. Это клон известного шутера Valorant. Мир этой игры — футуристическая вселенная, которая стоит у нас на пороге. Матчи в игре представляют собой командные сражения 5x5 с огромным арсеналом оружия и самыми разнообразными героями. Каждый герой будет обладать своими навыками, такими как телепортация, сканирование области, блокировка и, короче, много чего интересного. При правильном использовании этих навыков вы сможете часто побеждать. Оружие здесь тоже будет дохрена, поэтому если вы играли когда-нибудь в Valorant и хотите что-то подобное поиграть, но только на телефоне, то пожалуйста. Игра Noah's Heart. Это MMORPG с гигантским открытым миром. Совокупная площадь игрового мира, которую представили разрабы, составляет 64 миллиона квадратных километров. Такого еще в MMORPG на данный момент, скорее всего, нету. Я точно не знаю, поэтому уверять вас не буду, но скорее всего нету. Конечно, до реальной планеты Земля этому миру далеко, но цифры впечатляют. В особенности не забывайте, что это все еще Android игра.
Combat Master Mobile FPS. Это онлайн-шутер от первого лица с потрясающей графикой. Бои здесь динамичные и игроков довольно много. А также мне понравилось, что производительность даже на моем телефоне под названием Xiaomi, это ну как бы мощь бомжей, игра шла хорошо. А это значит, что производительность на очень высоком уровне. Никакой уникальности я здесь не увидел. Типичный шутанчик, в котором можно будет пострелять, покастомизировать некоторые пушки и просто типа забалдеть. Из плюсов я не увидел никакой рекламы, имеются ежедневные обновления, а еще нету дорогостоящих лутбоксов. Короче, плюсов у этой игры довольно много, но она по сути среднячок, если считать ее чисто как шутанчик. А на этом, ребята, все. Надеюсь, вы что-нибудь для себя нашли. Если это так, пишите название игры в комментариях. Если вам понравились игры, которые я подобрал, то смело подписывайтесь, ведь я буду подбирать еще много крутых игр. Ведь у меня на канале самые разные топы, как на компы, так и на телефоны. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых видосов.